Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мой молодой человек постоянно ищет в соцсетях обнаженных девушек и пишет им, что хочет их. Мы часто ругаемся только из-за этого. И каждый раз он обещает, что все прекратил. Не совсем своей жизнью, любовью, моей жизнью и т.д. Но цена постарается. Всегда обнаруживает, что он писал другим, присылал им фото, видео, гугла, пишет, что хочет с ними так. А со мной он удовлетворяет только себя, а мое удовлетворение ему не так уж важны. Я не знаю, что делать и как быть. Скажу вам честно, что я тоже, например, не знаю, что вам делать и как вам быть. Потому что нужна какая-никакая цель. Нужна какая-никакая цель. Вот, ну, цель того, чтобы вам как-то быть. Вот. А цели, как вы понимаете, нет. То есть вы эту цель не сформировали, вы эту цель не написали. Ну, получается так. Вот. Нужна цель. Без цели это все будет просто, ну, как бы вот. Ну, просто вот бессмысленно. На самом деле. Вот. Поэтому, конечно, вам решать. Вот, давайте все-таки попробуем, может быть, цель найти сначала. Что делать и как быть, чтобы что. Вот. Вы чего хотите-то вообще? Вот. Если вы хотите, чтобы ваш молодой человек не смотрел, например, ну, не искал там, не знаю, обнаженных девочек, как вы говорите. Это одно. Если вы в себе разобраться хотите, к примеру, это другое. Вот. То есть, ну вот давайте как-то определим с тем, чего вы хотите для начала. Дальше. Ну, вы говорите о том, что вы ругаетесь с ним. Вот. Вы говорите о том, что вы ругаетесь, да, вы говорите о том, что у вас вот, ну, как-то ссоры только из-за этого, собственно говоря. Соответственно, вас это как-то задевает. Ну, задевает что? Самооценка. То есть вас от этого, очевидно, страдает самооценка. Ну, не понять как. Чаще всего, самооценка страдает из-за того, что человек, да, ну, то есть, вот, в данном случае вы, так скажем, сравнивает. Человек сравнивает себя с другим. Вот. Ваша основная проблема заключается в том, что вы сравниваете себя с этими девочками, которых выбирает ваш молодой человек. Вам от этого больно, от того, что он выбирает их, а не вас. И, соответственно, вы пытаетесь ему запретить, вот, это делать. И таким образом
надеетесь, условно говоря, решить проблему. Вот. Ну, к сожалению, только совершенно очевидно, да, что проблему это не решает, как мы можем видеть. То есть молодой человек, он как смотрел, да, так смотрит, в принципе. Вот. Он как смотрел, как искал других девочек. А вот так он это и делает. Вот. И, скорее всего, он и будет это делать. Да, потому что проблема заключается в ваших отношениях. В первую очередь. Понимаете? Проблема заключается в том, что ему, то есть вашему молодому человеку неинтересно ваше удовлетворение. И на этой причине. Вот. А причина заключается в том, скорее всего, что ваши отношения не являются гармоничными в этом смысле. То есть вы вместо того, чтобы быть внимательным в отношениях, пытаетесь, значит, получается, решить проблему своей самооценки, по большому счету. И это говорит о том, и это говорит о том, это говорит о том, что вам, молодой человек, также получается неинтересен, как и вы, очевидно, ему. Или у вас происходит переключение внимания в контексте своих трудностей. То есть у вас есть какая-то проблема, вот. У вас есть определенное внутреннее противоречие, и вы в отношениях эту проблему скрываете. Вы в отношениях с этой проблемой сталкиваетесь, и вы занимаете этим все свое внимание, получается. А на молодого человека, например, на его жизнь, на его там ценности и так далее, да, вы обращаете внимание не так, чтобы очень сильно. Знаете, да? Вот. Тут момент заключается в том, что у того, что происходит, да, у того, что происходит, есть свои причины. Вот. У того, что происходит, есть свои основания. То есть молодой человек не просто так ищет девушек. Молодой человек не просто так снова и снова это делает. Либо
каком-то смысле он так решает свои проблемы, о которых вы, возможно, не догадываетесь. То есть вы, вероятно, не догадываетесь о том, какие проблемы решает молодой человек. Либо вы просто не отдаете себе отчета в том, например, вот, а какие у него ценности. Вот. То есть именно вот какие у него приоритеты. И, вероятно, вы как-то вот себя обманываете в этом смысле. Вот. Получается. Вот. Вы обманываете себя в этом смысле, к сожалению. Вот. И не видите своего молодого человека таким, какой он есть. Тем не менее, вы и не сможете, вы не сможете это сделать до тех пор, вот, пока у вас будут свои конфликты внутренние. И вам ваши внутренние конфликты нужно решать. Понимаете, да? Вот и все. Такая вот история. Нравится вам это или нет? Вот, на мой взгляд, такой ответ вам можно дать. Я понимаю, что вы ревнуете. Я понимаю, что вам неприятно. И ситуация заключается в том, вот, что либо вы признаете, что у вас с молодым человеком разные ценности, либо вы разбираете в себе и решаете проблему собственной самооценки, если молодой человек в остальном вас устраивает. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.